Идеальная мать просыпается в 5. У нее все идет по плану. Делает серию планок, кормит кота, выгуливает собак, отправляет пакетики в мусорный бак, после чего принимает ванну. Потом идеальная мать будет детей. Целует детей, купает детей, кормит, что крайне важно, только что испеченными пирогами, одевает в одной цветовой гамме и везет на выставку Караваджо. После выставки гольф и арт-хаусное кино. На вопрос, почему ночью темно, принцип космологического парадокса. Вместо сказок о волке и бабе-яге, дети в подготовишке сдают ЕГЭ и поступают в Оксфорд. Идеальная мать в паре с альфа-самцом. Идеальным отцом с идеальным лицом, телом и голосом. Уложив детей ровно в 21:30, она оборачивается тигрицей, а он достает из трусов букет гладиолусов. Идеальная мать, если научно обосновать, движется в мощном потоке. В мощном потоке саморазвития, заносящем даже тупые видео в рекомендации на ТикТоке. Прежде чем лечь спать, идеальная мать ставит себе новую цель. Например, полностью исключить алкоголь. Ставит будильник на 5:00 и засыпает с улыбкой на лице. Браво. Спасибо. Но эти стихи зашли в Инстаграме.